Всем привет! Продолжаю распаковку H&M Великобритания, немножечко яркого солнечного света в этой коллекции. А почему-то захотелось именно таких насыщенных солнечных тонов. Наверное, уже заскучали по лету. 2021 года коллекция, лето. Блузочка, которая совершенно отдельно продается. И юбочка. Можно создать комплект, кто желает. Получается, на вид сразу даже не поймешь, что это блуза и юбка. Кажется, как будто бы это платье. Очень интересно смотрится. Юбка трехъярусная. Три яруса она имеет. Внутри есть короткая мини-подкладочка. Вискоза полиамид. Такая вот, видите, она очень коротенькая. И дальше вот три яруса, скажем так, достаточно приятной ткани. Смотрится она очень интересно, смотрится она, скажем так, формована, вот такая вот, сказать, кукольная юбочка, можно сказать. Длина это нити, блуза имеет рукав фонарь и сзади она имеет завязку. На талии сзади она также имеет резиночку, так же как и юбка, юбка имеет тоже резиночку сзади, что в принципе очень удобно для людей, как, скажем, кто регулирует по талии для идеальной посадки. Это имеет значение большое. Цвет это насыщенно желто-лимонный, имеет белые цветочки, очень такой летний, сочный, красивый. Рекомендую, в принципе, как костюм. Будет очень прикольно смотреться. Шортики. Шортики это Катон джинсового типа. Эти шортики имеют достаточно классную посадочку, удобную. Они по типу как мом имеют посадку. Высокая талия, широкая резинка и достаточно широкие калоши. В принципе, они не очень короткие, я бы сказала. Может, на первый взгляд они кажутся короткими, но нет. Они не очень короткие. И имеет достаточно такой нежный персиковый цвет. Были они в иных оттенках. В принципе, их очень быстро раскупили. Что понравилось, в принципе, то и успели, в общем-то, купить. Но, в принципе, все, что хотела показать. До встречи, пока.